пожарной охране Михаил Абраменко работает 6 лет. Службу начинал в Амурской области. Когда переехал в Анапу, устроился на пост в станице Гастагаевской. Как вспоминает Михаил, в детстве он мечтал о работе спасателя. Рос в маленькой деревне и пас коров недалеко от пожарной части. С дружбы с сотрудниками и началась его карьера спасателя. Как отметил пожарный, в их работе есть множество нюансов, которые можно узнать только на практике. Только обмундирование весит порядка 8 килограмм. У нас в части нет базы ГДЗС. Ну, соответственно, при тушении дома вот совсем недавно, как возгорание было именно перекрытие, ну, необходимо было подать ствол со второго этажа. А по прибытии туда, ну, как ствол был все подан, а дышать-то невозможно, ну, снял перчатку и в рукав, и можно какое-то время подышать к себе в рукав боевую одежду. Ну, и нормально. Зато все потушено, пожар ликвидирован. Заявку на конкурс отправил начальник поста. По его словам, коллектив ни на секунду не сомневался в Михаиле. Надежный сотрудник и душа компании стал примером для многих членов подразделений. На краевом смотре конкурса оценивалось выполнение нормативов, практика на полигоне, а также знания теории. По работнику видно, как он целеустремленно подходит к этому. Есть люди, которые заставили, он пошел. А есть люди, которые ответственно подходят к этому. Он захотел, он добился. Потому что я его вижу каждый день на работе. И он достаточно так влиятельный и в коллективе, и в неформальном отношении он тоже старается доказать, что он может. Мне было очень приятно, я ему позвонил, поздравил, сказал, что ты занял первое место, что в крае ты такой один. Но он говорит, тяжелая борьба была, но он справился. Как говорит Михаил, он будет участвовать в конкурсе и в следующем году. Его стремление поддерживает начальник и анапские коллеги. Произошел пожар в Садколос. И вот там горел двухэтажный дом. И мне один человек спросил, почему вы идете туда, откуда люди бегут? Ну, как бы, это наша профессия. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.